Так, сейчас подключится народ. Что наделал? А где все вы? Так, прямой эфир. Селоца, ну идем с интим индирект. Трансмите, Рудилар. Добрый вечер, дорогие друзья. Нахожусь в Москве на Красной площади. Вместе со мной представители с нашей родины. Вот с нами села Унуцу. Примарица. Урашулы Глодень. Здесь Человемяка, Витя Петриогла, Виктор Вулканеште. Значит, Фалешский вот у нас вице-примар. И самый талантливый там на севере примар города Дондушень. Вторая родина. Вот. Ребят, у нас не поверите, у нас сегодня вечером добрые новости. Мы просто гуляем сейчас по Красной площади. Не обсуждаем политику уже 22 минуты. Значит, завтра по приглашению правительства Москвы мы посетим рождественскую ярмарку вместе с нашими примарами, которые, хочу подчеркнуть, находятся в командировке. Значит, по приглашению правительства Москвы, наших добрых друзей, обсудим сотрудничество городов России не только с городами-бельцами, но и с другими городами Молдовы. Там есть примар от нашей партии. Так, Дрокин, Урокин, Эдай Фригач. А? Идем потихоньку в сторону этого. Давайте мы с вами будем разговаривать и идти, потому что желательно... Разбить красоту Красной площади, да? Да, туда все вот, видно. Есть каток, ГУМа. Значит, Виктор Петриоглов сделал все замеры мавзолея, он Вулканеште хочет строить такой же. Для одного человека, который мешает ему работать уже полтора года. А, не мешает? Уже не мешает. Вот видите, я вам скажу, гагауз, Вулканеште, смотрите, в каком он пуфике приехал на Москву, понимаете? А я всю шапку не могу купить уже 3 недели. Вот. Слушай, сейчас замерзает телефон, он может выключить. Ребят, на улице, чтобы вы понимали, минус 22 градуса. Вот. Значит, Стелла, ну моя пачка, вот рынок, Красная площадь. Красная площадь, чапа. Стелла хочет бить брусчатку на Красной площади в раз факт рынок, но... Ой, вы знаете, мороз и очень холодный ветер, который не дает разогнаться. Значит, хочу поздравить бельчан с открытием новогодней елки в Бельцах. Сегодня я смотрел онлайн, кайфовал, на видео посмотрел, сейчас 81 тысяча просмотров. Открытие новогодней елки только у меня в Фейсбуке на лайв было, вот. Да. Вот. У вас как там настроение? Вы видите, последние сутки там идет битва. Вся Армения выступила против Плохотнюка, а Плохотнюк против Армении. Еще и зацепил Фалешты, Бельцы и всех нормальных граждан страны. Но ничего, мы выстоим. Мы обязательно споем им нашу победную песню. Кавкалюк, для тебя особенная песня. Я поднимаю руки, хочу тебе сдаться. Так, Салутер Дин Германия, вот. Красиво. Вот они. Так, яка, на Молдовине нож 340 кушма. Яка, вич примар для Фалешти фар кушма. Горячий. Шеглоденю. И фар... Ну, лёжёс на примаре, сколько кушма. Пишут, зависает от холода. Вот. Значит, ребят, извините, но, чтобы вы понимали, в прямом смысле слова, очень холодно. Поэтому мы вам всем желаем хорошего вечера. Желаю вам всего доброго. Готовьтесь к празднованию Нового года. И параллельно надо готовиться к тому, чтобы снести чертовой матери бандитский режим Плохотнюка. Я вас люблю, сила правде.
Вот. Мы обязательно победим. Воюбеск, советую себя, кыт моей фрумасы, шимоти, кыт моей позитиве. Посрут.